Костюм Магеллан. Костюм от производителя Novatex. Под торговой маркой Грайлинг идет костюм. Предназначен для рыбалки. Также можно использовать для туризма, для активных видов спорта каких-то. Значит, что по костюму могу рассказать? Хорошая пурочная ткань. Показатель мембраны здесь 10 тысяч на 10 тысяч. Теперь подробнее о самом костюме. Мне понравились здесь манжеты, они вот так скрыты внутри на липучках. Отличный фиксатор, сверху вот такой вот сделан поясок на руку. Костюм мясского движения, крой здесь анатомический, очень комфортный, удобный. Два кармана грудных есть, вот таких вот. Внутри карманы утеплены флисом. Хорошая фурнитура, ничего нигде не заедает. Два боковых кармана грузовых, вот такие на поясе тоже. Внутри утеплен флисом. Карманы все прорезинены, не промокают. Очень комфортно. Так, перейдем дальше. Капюшон регулируется по овалу лица, также регулируется по глубине. Имеет такой козырек. Удобный. Центральная застежка идет молния, она прорезинена, не пропускает воду. Внутри вот такой вот подклад. Внутри утеплитель здесь русский север. Очень удобно, комфортно. И костюм отлично отводит пар. Показатель паропроницаемости 10 тысяч. Так, по куртке все. Утяжки также присутствуют на поясе. С каждой стороны. Очень круто. Подтяжки, значит, на этих брюках такие вот идут фирменные. Центральная застежка идет молния. Здесь понравилось, что молния закрывается двойным клапаном. Обратите внимание. Раз и два. Вот так вот. Раз, спрятали. И туда точно ничего не попадет. Никакая влажность. Два боковых кармана с каждой стороны. И уже здесь такие регуляторы на молнии. Можно на ботинок у сноуборда даже натянуть, считаю. Раз. И застегнуть на липучке. То же самое с другой стороны. Фирменные всякие эмблемки приятные на глаз красного цвета. Так что по всем вопросам пишите в директ.